развешивать, размещать товары за пределами магазинов, павильонов, киосков, на наружных стенах и прилегающих земельных участках. Запрещено. Главный специалист управления торговли Владимир Саенко цитирует решение муниципального совета. Депутаты приняли его в феврале этого года специально к новому сезону. Теперь за размещение товара за пределами павильона или магазина полагается штраф до 5000 рублей. Александру Сарычеву предстоит прийти на заседание административной комиссии. На этих 5 квадратных метрах он уже около 5 лет. За это время, говорит, стоимость аренды выросла чуть ли не вдвое. Многие его соседи берут кредит на сезон. Сам он в долги старается не влезать, выручают поставщики, которые дают товар под реализацию. И если вот я вот здесь, вот это, что у меня только здесь будет находиться, в ролете, понимаете, торговля вообще, и так-то у народа с деньгами не важно, и торговли вообще нет. А если это сейчас все закрыть, понимаете, у нас мы сезонные работники. И понимаете, это уже очень бьет по выручке. В городской администрации настаивают на том, что частные инициативы не должны противоречить общественным интересам. По словам Владимира Саенко, часто такая реклама превращается в ползучую экспансию. Там, где проход узкий, жители и гости города вынуждены маневрировать. Здесь же въезд в город. Первое, что видят приезжающие. Поэтому в муниципалитете намерены действовать последовательно и в рамках новых полномочий. Каждый день, сутки прошли, мы выписываем новый протокол. И так можно на протяжении всего сезона. Но обычно люди здравомыслящие, да, все понимают. Ну, бывают исключения, конечно, из правил. Будем выполнять поставленные задачи. Работу будут проводить 29 мобильных групп из сотрудников администрации во взаимодействии с полицией. Приоритетной целью остается борьба с нелегальной торговлей. Район пересечения улиц Красноармейской и Крымской. У столов никого нет, но продавцы на самом деле рядом. Им рассказывают о том, что для торговли существуют рынки. Один из них буквально через дорогу. Выписанные протоколы торговцы воспринимают уже как издержки профессии. Глава муниципалитета Юрий Поляков считает, что штрафы за несанкционированную торговлю в городах-курортах необходимо повышать. Мы собирались, главы курортных городов, мы говорили, что нам надо и в законе Краснодарского края рассматривать моменты, и вплоть до того, что выходить на федеральный уровень. За несанкционированную торговлю в курортном городе, я считаю, надо выписать штраф там, 50-100 тысяч, чтобы больше у человека в голову не приходило становиться да, торговать. А по федеральному закону там предупреждение 500, там 2000 рублей, и по 3.8 часть 2 там 5000 рублей. Со своей стороны муниципалитет выделил более чем на 2/3 меньше участков для размещения торговых точек на пляжах и почти вдвое меньше по курорту в целом. Александр Ребека, Михаил Григорьев, Анапа регион.